20 часов в Самаре, в студии Мария Левина. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. 9 лет назад восстановилась историческая справедливость. Крым воссоединился с Россией. По случаю годовщины 18 марта по всему региону пройдут массовые мероприятия. В кинозалах Самарской области покажут фильм «Дорога к дому». А учреждения культуры представят программы, в которых раскроют культурное и духовное наследие полуострова. Помимо прочего, в историческом парке «Россия. Моя история» в 14:00 для всех желающих пройдет экскурсия с викториной «Крым от империи до федерации». И откроется мультимедиа. Выставка графических новелл «Герои спецоперации». В областной столице состоится автопробег «Крым, Донбасс, Россия навсегда». Также на площади Славы в 11 часов стартует народная акция по изготовлению маскировочных сетей. Там же пройдет и митинг-концерт «Крымская весна». Между тем, защитники Донбасса в зоне СВО продолжают эффективно выполнять боевые задачи. Все чаще наши военные уничтожают артиллерийские орудия американского и европейского производства. Подробнее о ситуации на передовой в сводке Министерства обороны России. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск, поражена живая сила и техника вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гриниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 пикапа, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Краб» польского производства. На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торская, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Деброва и Невская Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, гаубица Д-20, 2 самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии южной группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих. 1 танк, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, 2 боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США. Также в районах населенных пунктов Дачная, Галициновка и Новоселовка 1 Донецкой Народной Республики уничтожены 3 склада боеприпасов подразделений Вооруженных сил Украины. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Причистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Общие потери противника на данных направлениях составили до 75 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация». На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах. В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красная Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены 3 радиолокационные станции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс», «Ураган» и «Альха», а также уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Окоп, Дворечная Харьковской области, Первомайск, Покровская Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики и Балочки Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены
401 самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники. Утром 14 марта текущего года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата МК-9 в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, и доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных ППО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат МК-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. И продолжаем тему. В библиотеках региона приступили к реализации важного проекта – просвещение молодежи с помощью специальных тематических зон. На стендах научная и художественная литература о нацизме, его появлении и о том, почему с ним нужно бороться. Лекцию «Это не должно повториться» для студентов Поволжского государственного колледжа провели сотрудники библиотеки номер 8 в Самаре. Среди слушателей и Екатерина Кузина. На этих полках книги о прошлом и настоящем. Документальные – о происхождении таких явлений, как фашизм, нацизм, неонацизм. И художественные – о том, как люди боролись с ними тогда, 80 лет назад, во время Второй мировой. И о том, как борются сейчас, в зоне специальной военной операции. Основное послание выставки под названием «Сила в правде» – если есть память о прошлом, значит, есть и будущее. Мы среди первых включились в работу в рамках проекта сетевого «Публичная библиотека Самарской области. Сила в правде». В рамках этого проекта мы подготовили тематическую одноименную выставку. На этой выставке постарались представить книги не только известные нашему читателю, но и новую литературу, которая рассказывает, отражает современные события, связанные с возрождением фашизма, с возрождением неонацизма. Познакомиться со страницами истории и разобраться в причинах событий, происходящих сегодня, в библиотеку пригласили студентов Поволжского государственного колледжа. Для них здесь организовали встречу под названием «Это не должно повториться». Я считаю, что сейчас молодое поколение, такое как я, должно больше читать историю именно о войне. Это связано с последними событиями, будь то СВО, чтобы бороться с фашизмом во всех его проявлениях и больше не допускать каких-либо подобных явлений. А для того, чтобы строить будущее, нужно не забывать те события, будь то Холокост, Нюрнбергский процесс, концлагеря. Это очень здорово, что библиотеки проводят такие мероприятия, которые позволяют молодым людям знакомиться не только с историей своей родины, но и с героями как Отечественной войны, так и специальной военной операции на Украине. Потому что сейчас у многих наших ребят близкие люди, родственники находятся там, защищают рубежи нашей родины. В библиотеках Самарской области стенды, посвященные специальной военной операции, появляются по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул, не все сегодня понимают цели и задачи СВО, и что реально происходит на сопредельной территории. Поэтому во все библиотеки нужно внедрить сквозной проект, который бы говорил об истоках фашизма, его результатах и нынешнем возрождении. Екатерина Кузина, Сергей Костин, Новости губернии.
Работать во благо Дмитрий Азаров встретился с кандидатом на пост главы Красноармейского района. Как отметил губернатор, Сергей Источников зарекомендовал себя как хороший специалист. Есть опыт работы в разных муниципалитетах Самарской области. Сейчас занимает пост первого заместителя главы Богатовского района. Однако с положением дел в Красноармейском тоже уже успел ознакомиться и понимает, что делать. Опыт на самом деле есть, и опыт есть работы в различных муниципалитетах, в том числе и в внутригородском районе Самары, то есть такой достаточно широкий. В чем я вижу свою первую задачу? Первая задача, на мой взгляд, в консолидации общества. Но что касается социально-экономического развития, тут, безусловно, у нас мощнейший инструмент – это национальные проекты. Дмитрий Азаров подчеркнул, главное в работе – опираться на мнение жителей. Совместные усилия всегда приводят к нужному результату. На пост руководителя Красноармейского района претендует 5 человек. Кто достоин занять должность, комиссия определит 24 марта. Район замечательный. Есть, конечно, и проблемы. У нас есть очень серьезная задача по обеспечению чистой питьевой водой. Этот вопрос я обсуждал и с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он затрагивает и жителей Красноармейского района. И вы знаете, что внимание президента есть, есть его поддержка. Своевременно подготовка проектной документации, обоснование и выполнение в срок намеченных строительно-монтажных работ. Опыт у вас есть, уверен, что все получится. Отмечу, что Сергей Источников работал в городе Снежное Донецкой Народной Республики. И там также, по оценкам жителей, продемонстрировал высокий уровень профессионализма. В 2022-м Самарская область помогла восстановить там более 80 социально значимых объектов. Это в том числе школы и дороги. Другим темам. Одно из важнейших направлений работы областной власти и руководителей муниципалитетов – создание на своей территории условий для развития бизнеса, а соответственно увеличение числа рабочих мест. Инвесторы охотно выбирают наш регион для размещения производств и логистических центров. Так, объем вложений по итогам 2022 года превысил 440 миллиардов рублей. А вот уровень безработицы, напротив, снизился. Сейчас в области он минимальный за всю историю наблюдений. Наша съемка Съемочная группа побывала в индустриальном парке «Преображенко». Светлана Стрибкова расскажет, в каких условиях трудятся сотрудники организаций, расположенных на его территории. Александр Стариков из Куйбышевского района Самары до работы логистического комплекса в селе Преображенко добирается быстро, минут за 15. Его коллег сюда привозят вахтовые автобусы. Он работает грузчиком в транспортной компании и уверяет, такой труд уже совсем не тот, как было принято считать раньше. Горячие обеды, душ, условия комфортные. Грузчики здесь не ворочают мешки, а занимаются набором и комплектовкой товара. Начальство не обижает. Все очень четко. И соцпакет полностью, и... То есть человеку нормально. Отношение вообще руководства к сотрудникам очень хорошее. Вот этот комплекс, он расстраивается, и очень много появляется вакансий, рабочих мест. То есть в одном месте очень много, как говорится, свободных вакансий. Сейчас вот еще здесь, вот как вот мы слышали, строится еще склад. То есть еще добавочные, еще будут вакансии. Анастасия Бажутова – выпускница медуниверситета, сотрудник аптечного склада. Следит за правильными условиями хранения лекарственных средств, проверяет температуру воздуха, обеспечивает соблюдение санитарного режима. Работу ценит за сплоченный коллектив и стабильность. В 8 утра начинаю проверять температурный режим аптечного склада. То есть прохожу от самого начала до самого конца, проверяю влажность, температуру. Потом захожу дальше в холодильные камеры, там проверяю температурный режим именно вот в холодильных камерах. Проверяю, чтобы в холодильниках все было чисто, аккуратно. Есть полностью соцпакет, также есть бесплатное питание, также есть детские выплаты, детские подарки на праздники.
За последние 5 лет объем инвестиций в регионе вырос на 70%. Запущен 101 крупный проект, создано 50 тысяч рабочих мест. Компании, как отечественные, так и зарубежные, несмотря на санкции, не теряют интереса к Самарской области. Вкладываются в развитие бизнеса, платят налоги в бюджет. А это средства, которые идут на развитие социальной инфраструктуры, ремонт дорог, строительство садов и школ, благоустройство, то есть повышение качества жизни людей. Задачу по созданию благоприятного инвестиционного климата ставит губернатор Дмитрий Азаров. Региональные власти при поддержке федерального центра эффективно ее выполняют. Светлана Стрибкова, Сергей Александров, Новости губернии. О технологиях эффективного поиска работы из первых уст. В Тольятти реализуют новый проект по профориентации «Моя карьера». В роли слушателей студенты колледжей и вузов, в роли спикеров, сотрудники службы занятости и представители компаний. В чем залог успешного трудоустройства, по мнению специалистов, расскажет Марина Парамошкина. На одной площадке сразу две заинтересованные сотрудничеством стороны – работодатели и потенциальные сотрудники. Об имеющихся вакансиях на ведущих предприятиях Тольятти и региона представители компании рассказывают в рамках нового проекта «Моя карьера». Его суть – дать выпускникам колледжей и вузов возможность реализовать свои знания и навыки, сделав первый, без преувеличения, самый ответственный шаг в профессиональное будущее. Пришли узнать, во-первых, про программы дополнительные, про бонусы, которые дают, ну, допустим, выплаты те же самые, как можно трудоустроиться. Просто интересно стало, мы пришли поучаствовать, так сказать, в этой программе. Посодействовать, да. Помочь самим себе же, так сказать, трудоустроиться. Ну, скорее всего, в Тольятти останемся. Главное желание развивать свой город, да, есть? Да, да, есть, в принципе. Развивать, подниматься самим в этом плане, ну, как бы очень было бы хорошо. Такие профориентационные встречи, как итог тесной работы региональной службы занятости и профильной команды молодежного правительства Самарской области. Студентам подробно рассказывают, с чего начать поиск работы, как грамотно составить резюме, пройти дополнительное обучение, а может и вовсе открыть собственное дело. По каждому вопросу есть определенный алгоритм. Сильно делаем упор на то, чтобы ребята понимали, как именно правильно написать резюме, чтобы именно их резюме привлекло внимание. Также самое важное – это самопрезентация, ведь если человек сам хочет найти себе работу, для него это не составит никакого труда. Мы предоставляем для этого, во-первых, все привилегии, а тут уже все зависит от человека. Ведь обычно работодатель, взяв резюме, может по трем строкам заполненным, да, определить вообще, ну, подготовку будущего специалиста. И вот сегодня мы этому обязательно научим. Но это же очень важно, да, вот в такой, в общем, в сжатой форме предоставить полностью о себе всю информацию. Вместе с тем соискатели знакомят с действующими мерами поддержки перспективных кадров. К примеру, единовременную выплату размером до 171 тысячи рублей в рамках программы о молодом специалисте регион предоставляет трудоустроившимся по особо востребованным в Самарской области профессиям. Сейчас этот перечень составляют по большей части рабочие и технические специальности. С момента начала реализации меры поддержки выплату получили уже свыше 700 начинающих кадров. Марина Парамошкина, Андрей Алексеев, Новости губернии. Гарантированно устроиться на работу поможет правильно выбранная специальность. Чуть больше 3 месяцев остается до старта приемной кампании в высшие учебные заведения региона. В этом году правила приема несколько изменились. Например, появилось понятие приоритетности. При подаче документов в ВУЗ абитуриент должен составить личный рейтинг выбранных направлений обучения. От самого предпочтительного до наименее интересного. Зачисление будет проводиться с учетом приоритетов. Также есть и другие изменения. О них, а также о сроках подачи документов, количестве бюджетных мест и самых востребованных программах обучения в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства рассказали представители университетов региона. Самарская область готовится к началу приемной кампании. В том числе абитуриентов ждут 23 высших учебных заведения. Ежегодно учреждения выпускают около 20 тысяч дипломированных специалистов. В этом году их будет еще больше – порядка 22,5 тысяч. Вузы региона востребованы не только у россиян. За образованием в губернию приезжают иностранные студенты. В минувшем году это 1980 человек. На 23-й год образовательная организация высшего образования, расположенная на территории Самарской области, им установлено 12 235 мест.
А это если говорить о программах бакалавриата и специалитета, все-таки, наверное, основной интерес аудитории – это программа бакалавриата и специалитета, куда поступают выпускники школ, то это почти 10 тысяч мест. В этом году поступающие могут подать заявление в 5 разных вузов, выбрав до 5 специальностей. При этом необходимо обращать внимание на правила приема, утвержденные конкретным университетом. Они могут отличаться. Кроме того, теперь не нужно подавать согласие о зачислении. Для того, чтобы подтвердить свой выбор вуза, нужно предоставить ему оригинал аттестата. На территории региона реализуется более 200 образовательных программ. В приоритете у абитуриентов здравоохранение, медицина, педагогические и технические специальности не теряют популярности. Юридические, а также экономические. В ПГУТе приемная кампания для студентов очно-заочной и заочной форм начинается с 1 марта, а для тех, кто хочет поступить очно, с 19 июня. В этом году 800 бюджетных мест. У нас разные направления подготовки. Мы также выделяем и целевую квоту, и особую квоту, и специальные места. Но в основном у нас направления такие, как 9-я группа, информатика, вычислительная техника, в основном популярны в нашем вузе. Информационная безопасность, очень выросли в этом году бюджетные места. И наше, конечно, связное направление – это инфокоммуникационные технологии и системы связи. Также мы рассматриваем еще 38-ю группу бизнес-информатика, в основном в медиа, каком-то пространстве и рекламу и связь с общественностью. Правила приема в медицинском университете РИАВИС уже утверждены и размещены на сайте. Подавать документы в ВУЗ можно, начиная с 20 июня, как на бюджетную, так и на коммерческую форму обучения. Для тех, кто желает поступить на бюджетную форму, на основании внутренних испытаний крайним сроком подачи документов будет 10 июля. Для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ – 20 июля. Затем формируются конкурсные списки. Сначала на приоритетном этапе ВУЗ зачисляет 29 июля поступающих без экзаменов по целевой, специальной, особой квоте. Потом 9 августа – основной этап зачисления на бюджет. 29 августа будет издан приказ о поступивших на внебюджетную форму. В медицинском университете РИАВИС в этом году выделены бюджетные места – на специальность «Лечебное дело» за счет средств федерального бюджета нам предоставлено 26 бюджетных мест, из которых традиционно будет выделяться так называемые квоты. Это целевая квота, особая квота, специальная квота. И уже по остаточному принципу пока будут выделяться места в рамках общего поступления. Вот. Соответственно, еще ряд мест нам выделено на образовательные программы ординатуры, но это уже следующий уровень образования, который идет за специалитетом. Вот в этом году мы выходим с такими цифрами. В самарском филиале Московского городского педагогического университета в прошлом году минимальный средний проходной балл был 75. Это вторая цифра по региону. Приемная кампания стартует с 15 июня, а с 20 числа уже можно будет подать документы через систему госуслуг. До 25 июля необходимо принести документы тем, кто решил поступать на бюджет. До 20 августа на коммерцию. Если не до конца уверены в своих силах и хотите подстраховаться, то лучше подать заявление на обе формы. У нас 170 бюджетных мест, чуть больше 170. И, соответственно, в основном вуз педагогический, бюджетные места на педагогическое направление. В этом году дополнительно выделены бюджетные места на юридическое направление. Какие направления у нас есть? Юриспруденция, направление экономика, направление менеджмент, зарубежные регионы ведения, лингвистика. Ну и, соответственно, каждое из этих направлений, оно ежегодно открывается, мы проводим набор, обучение на уровне бакалавриата и 4-летнего, и 5-летнего. Елизавета Должикова, Сергей Павлов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. А сейчас подробнее о том, сколько высших и средних профессиональных учебных заведений в Самарской области и сколько студентов в них обучаются. Это данные на 17 ноября 2022 года. Итак, в 63-м регионе действует 24 высших учебных заведения. Из них 12 государственных, 1 муниципальное, 5 филиалов государственных и еще 6 частных.
Высшее образование получают почти 100 тысяч жителей губернии. Из них порядка 60 тысяч очно, чуть более 10 тысяч обучаются в очно-заочном формате и 32 с небольшим тысячи заочники. Теперь, что касается осваиваемых студентами вузов программ. Стать бакалаврами сейчас готовятся почти 70 тысяч человек. На специалитете обучаются свыше 20 тысяч студентов. Программы магистратуры постигают порядка 11 тысяч жителей региона. Далее о том, как в регионе обстоят дела со средним профессиональным образованием. Его можно получить в 84 организациях. Сейчас там обучаются более 87 тысяч жителей региона, из которых чуть более 77 тысяч делают это очно, и немногим больше 10 тысяч студенты очно-заочной и заочной форм обучения. А сейчас о конкурсе для тех, кто сам учит. Пятерка сильнейших педагогов 63-го региона прошла через заключительное испытание проекта «Учитель года Самарской области». В чем состояло финальное состязание и когда узнаем имя победителя? Ответы в нашем следующем сюжете. Учитель истории и обществознания Татьяна Трофимова из Челны-Вершин, более 27 лет посвятившая профессии, сумела привить любовь к своему предмету многим ученикам. Педагог с воодушевлением делится с ними своими знаниями и не забывает сама учиться новому. Вместе с другими финалистами конкурса «Учитель года Самарской области» ей предстоит последнее испытание – выступление на педагогическом совете. Задача для участников – представить инициативу, направленную на реализацию проекта «Школа Минпросвещения России». Мои инициативы связаны, например, с формами наставничества. Вот мне особенно нравится пролонгированность системы наставничества, которая говорит о преемственности. То есть ученик становится студентом, приходит на практику, вот, а затем возвращается в свою же школу и становится молодым педагогом. И все это время его учитель находится рядом, помогает ему в становлении его в профессии. В Самарской области лучшего педагога выбирают уже в 33-й раз. В этом году на региональном этапе участвовал 21 учитель. Они представляли самые разные образовательные учреждения губернии. Среди них преподаватели русского языка, химии, биологии, изобразительного искусства. Чтобы попасть в финал, конкурсанта предстояло пройти 5 испытаний, в числе которых учебные занятия, внеурочная деятельность, мастер-класс. Имя лучшего учителя Самарской области объявят 21 апреля на торжественной церемонии. Победитель конкурса представит 63-й регион на всероссийском этапе, который состоится в октябре. Говоря про конкурс «Учитель года», мне хотелось бы отметить самое главное, что это большая возможность учителю развиваться, повышать свою квалификацию, показать себя, свои знания, свои методы преподавания, в том числе и увидеть, а что можно почерпнуть для самого себя в своей работе в будущем. Это главная задача конкурса. Указом президента России 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Особое внимание правительство Самарской области уделяет поддержке учителей и воспитанию новых кадров. Алия Сетбаталова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Как сэкономить на квартплате? Помогут в этом своевременные проверки. Речь идет о подтверждении исправности приборов учета, которые дают квалифицированные специалисты. Это необходимо в том числе для оплаты газа по показаниям, а не нормативам. Подробнее об этом рассказал руководитель Центра управления регионом Сергей Рыжиков. Вопросы от жителей в соцсетях на тему «Как сэкономить на квартплате» регулярно поступают в систему инцидент-менеджмент. Есть один простой способ. Необходимо следить за сроками и вовремя делать поверку приборов учета, чтобы из-за своей забывчивости не пришлось платить по нормативу вместо фактического потребления. Газоснабжающие организации заранее напоминают гражданам о сроке поверки. Эта информация есть как в личном кабинете абонента, так и в квитанции. Чтобы платить только за фактическое потребление голубого топлива, газовики рекомендуют вовремя направлять показания, делать поверку или замену газового счетчика. Все это поможет избежать дополнительных расходов. После поверки или замены прибора учета газа необходимо обратиться в газовую компанию с заявлением по опломбировке. Сделать это можно в любом из офисов газовой службы, либо удаленно, используя сервис «Личный кабинет». Можно воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте газовой компании. И смотрите далее в нашем эфире.
Он написал музыку для зимней олимпиады в Сочи, выступал на одной сцене с Денисом Мацуевым и Анной Нетребко. У оркестра Самарской филармонии новый худрук и дирижер. Какие задачи он ставит, мы узнали. Какую личную информацию никому нельзя сообщать и можно ли вернуть незаконно списанные мошенниками деньги с карты? Минутка финансовой грамотности от представителей Центробанка России в выпуске. Тамбовский крест, Владимирская гладь, смоленские украсы и золотное поморское шитье. Вышитую карту России, отражающую многообразие народных традиций, теперь можно разглядеть вживую и онлайн. Самарские мастерицы тоже участвовали в необычной акции. Ну, начнем с другого. С 13 по 24 марта в Самарской области проходит первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными и присоединиться к масштабной всероссийской акции. Особенно актуальна она сейчас, когда к употреблению и распространению запрещенных веществ преступники все чаще пытаются склонить несовершеннолетних. К сожалению, возраст молодых людей, употребляющих и распространяющих наркотические средства, неуклонно снижается. Только за прошлый год в Самарской области работниками полиции было раскрыто более 4500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 344 килограмма наркотического зелья. И все это зло могло попасть на улицы наших городов и сел, оказаться среди наших близких и знакомых, среди нашей молодежи. Интернет наполнен рекламой с предложением легкого заработка. К сожалению, наша молодежь много времени проводит на просторах интернета и ведется на эту смертельную рекламу, не понимая, что за ней стоят разрушенные судьбы, потери родных и близких и длительные сроки тюремного заключения. Проблема одна, и решать ее нужно вместе. Сообщить об известных фактах оборота наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно по телефонам, которые вы видите на экране, а также через сайт областной полиции в разделе «Прием обращений». По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Если в сети интернет вы столкнулись с информацией, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ, полиция просит сообщить об этом в Роскомнадзор. Это может сделать через сайт ведомства. В интернете можно столкнуться и с аферистами. Ни в коем случае не сообщайте третьим лицам личную информацию, напоминают специалисты Центробанка и признают, что киберпреступлений при онлайн-покупках меньше не становится. Мошенники стали чаще подделывать сайты финансовых организаций и магазинов. О том, как вернуть незаконно списанные деньги с карты, рассказал заместитель управляющего Самарского отделения Центробанка. Если человек уже предоставил данные банковской карты, персональные данные, этим воспользовались мошенники и произошло несанкционированное списание, то необходимо максимально быстро обратиться в свою кредитную организацию по телефону на оборотной стороне карты, либо телефону, опубликованному на сайте, заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших списаний. Не позднее следующего дня человеку нужно обратиться в офис кредитной организации, запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с проведением данной операции, при этом получив копию с отметкой банка о получении такого заявления. И, конечно же, нужно обратиться в правоохранительные органы. В случае, если списание произошло не по вине человека, то есть не были разглашены коды безопасности из СМС, не были предоставлены данные карт в добровольном порядке, то кредитная организация обязана возместить данный ущерб. Но если люди сами предоставляют данные и передают их мошенникам, здесь банк не обязан возмещать понесенные убытки.
Зеленый, желтый, красный, а теперь еще и белый. На российских светофорах появился новый сигнал. С начала весны в силу вступили более сотни поправок в ПДД. Последний раз такие масштабные изменения вносили почти 10 лет назад, в 2014 году. Это определенно повод освежить знания, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. Наглядные пояснения на своих ресурсах подготовил портал «Объясняем.рф». Итак, дополнительный знак на светофоре с белой стрелкой и пешеходом сообщает водителям о том, что за поворотом для переходящих людей горит зеленый свет. Появились и новые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов, сегвеев, гироскутеров, знак, указывающий на место для зарядки электромобилей и тот, что ограничивает движение автобусов. Можно увидеть знак о платной парковке. Изменения почувствуют также люди с ограниченными возможностями здоровья. Если раньше знак «инвалид» можно было просто установить на авто, в котором едет такой человек, то сейчас это имеет юридическую силу лишь в случае, если машина внесена в Федеральный реестр инвалидов. Добавить такие данные можно через портал госуслуг. Перемены и в культурной жизни региона. У Академического симфонического оркестра Самарской филармонии новый художественный руководитель и главный дирижер. Им стал Денис Власенко. Сегодня маэстро представили коллективу. У Власенко богатый опыт работы со многими российскими и зарубежными коллективами. Он записал музыку для церемонии открытия и закрытия зимней олимпиады в Сочи. Что связывает Самарскую филармонию с новым художественным руководителем и что нового он намерен привнести в репертуар и звучание оркестра, узнал Сергей Павлов. Денис Власенко взял в свое управление не просто оркестр, один из ведущих коллективов России, по праву считающийся гордостью отечественной музыкальной культуры. Свои задачи маэстро уже определил. Это поддержка творческой атмосферы и повышение уровня исполнительского мастерства. Нового главного дирижера и худрука оркестру Самарской филармонии представляет министр культуры области Ирина Калягина. Денис Власенко – один из самых ярких молодых дирижеров России. Потомственный музыкант, уроженец Москвы, сотрудничал с российскими и зарубежными симфоническими и оперными оркестрами. Неоднократно выступал со знаменитыми солистами Анной Нетребко, Денисом Мацуевым и Юрием Башметом. Вместе с оркестром «Новой России» именно Денис Власенко записал музыку для церемонии открытия и закрытия зимней олимпиады в Сочи. Самарской публике и оркестру филармонии Власенко уже знаком. Осенью прошлого года он дирижировал нашим коллективом в концерте из цикла «Современное дирижерское искусство». Филармонический сезон в Самарской филармонии, он, в общем-то, довольно насыщенный, и, так сказать, он на виду всех других филармоний. Московская филармония активно помогает своими филармоническими сезонами. Поэтому тут просто нам нужно самим повышать некий уровень качества. Я надеюсь, что мы будем двигаться вперед, что публика тоже проявит интерес к этому. И мы, надеюсь, предложим что-то такое, чего, может быть, раньше здесь не было. И этот и следующий сезон филармонии уже расписаны. Приглашены звезды мировой сцены. Вадим Репин, Борис Березовский, Денис Мацуев. Ожидается приезд Юрия Башмета и гастроли Мариинского театра. В планах и гастроли самого оркестра филармонии. Но нам бы еще хотелось, чтобы все-таки мы осваивали и другие филармонические площадки Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы наш коллектив был заметен, чтобы его приглашали под какие-то разные проекты, фестивали, которые проходят в Российской Федерации. И мне кажется, вот такое новое свежее дыхание даст некий такой новый творческий импульс для того, чтобы наш коллектив, конечно, радовал и наших слушателей самарских, но и, безусловно, позиционировал себя уже на такой большой музыкальной сцене Российской Федерации. Первый концерт оркестра Самарской филармонии под руководством Дениса Власенко состоится уже в апреле. Музыканты исполнят симфоническую поэму Сергея Рахманинова «Колокола». Приобщиться к искусству можно в том числе и по Пушкинской карте. Напомню, ей может пользоваться молодежь от 14 до 22 лет. Сергей Павлов, Александр Каракулько, Новости губернии. К другим новостям. Дом для экспонатов. В Самаре появится новый филиал Самарского областного историко-краеведческого музея имени Петра Лабина. Здание станет не только местом для хранения коллекции, но и общественным пространством. Одно из первых будущий Самарский археологический центр увидела моя коллега Дарья Химич. Позади меня Самарский областной историко-краеведческий музей имени Петра Алабина. Он находится по адресу Ленинская, 142. Но совсем скоро часть фонда переедет совершенно на другой адрес. Филиал музея расположится по адресу улица Фрунзе, 96. Именно здесь откроют Самарский археологический центр.
Сейчас археологическая коллекция музея имени Алабина составляет 61 тысячу единиц, плюс 450 тысяч коллекций Самарского университета и педагогического. Все это планируют передать на хранение в будущий центр. На сегодняшний день для археологического собрания, наверное, мы сможем хранить до 1 000 000 предметов. Это очень много, это гораздо больше, чем на сегодняшний день есть в наших собраниях. Ну и на ряд лет мы сможем принимать археологические материалы из раскопок на территории нашей области и соседних регионов. Археологическое хранилище уже оснастили специальным оборудованием. Благодаря тому, что хранение на таких мобильных стеллажах, мы как минимум 1,5 раза увеличиваем ту площадь для хранения, которая сейчас есть в нашем музее. Здание станет не только местом для хранения коллекции, но и общественным пространством. Здесь будут организовывать лекции, мастер-классы и, конечно же, выставки. Мы сейчас находимся в главном зале экспозиционном, где у нас откроется в сентябре первая выставка. Она будет называться «Лицом к лицу». Мы постараемся сделать такое что-то необычное. Здесь, конечно, хочется поблагодарить прежде всего Дмитрия Ильича Азарова, который поддержал эту идею. Понятно финансово, понятно организационно, что мы имеем сегодня такое вот большое здание для хранилища, имеем специализированное оборудование. В рамках национального проекта «Культура» в этом году мы приобретаем еще дополнительное выставочное оборудование для археологического центра на сумму где-то около 14 миллионов. Запланирован капитальный ремонт и основного помещения областного историко-краеведческого музея. Готовимся к этому. Разработан проект ремонта. Он прошел экспертизу. Мы поработали над идеей концепции. И сейчас, в общем-то, мы находимся на той стадии, когда можно уже ее дизайнерски воплощать. Коллекции уже переезжают. Вот мы и в целом как бы мы понимаем хотя бы куда мы переедем и что не останемся на улице и будем в прекрасных условиях дальше жить. Самарский археологический центр на Фрунзе 96 откроет свои двери для посетителей уже осенью этого года. На первой выставке представят артефакты, связанные с историей нашего края с древнейших времен и до 20 века. Дарья Химич, Сергей Костин, новости губернии. С регионами России теперь можно познакомиться в необычном формате. Через местные виды вышивки на единой вышитой карте страны. Увидеть уникальное полотно вживую можно в Чувашском национальном музее до конца этого года или на сайте вышитаякартароссии.рф. Напомню, как мы уже рассказывали в эфире телеканала «Губерния», проект был приурочен к году культурного наследия России. Стартовал он в Чувашии, получил поддержку Федерального агентства по делам национальностей, а лицом необычной акции стала народная артистка России Надежда Бабкина. Лучшие мастерицы из каждого региона страны вышивали фрагмент территории своего субъекта, после чего было собрано единое полотно. В результате получилась вышитая карта, отражающая многообразие России, ее многонациональность и мощь. На ней можно увидеть, например, Тамбовский крест и Орловский спис, Иркутскую и Владимирскую гладь, смоленские украсы и залотное поморское шитье. Использованы более 50 вариантов материалов. В том числе кожа, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, оленьи жилы, золотые и серебряные нити. Ровно год назад фрагмент карты вышивали и самарские мастерицы. Концепцию нашей части полотна разработала ведущий этнограф Самары Татьяна Ведерникова. А в числе рукодельниц была Марина Посеряева из поселка Безенчук. Мой фрагмент вот находится почти вот в центре. Это филенья перновышивка, вышивка нашего края. Благодаря Тазовой Надежде Афанасьевне она у нас сбереглась, сохранилась, и мы ее тебе передаем дальше. Вот на своем рисунке обозначена растительность, но когда я его вышивала, для меня это как лучи солнца, то есть тепло согревает нас всех, объединяет. То есть вот, я даже не знаю, как это передать. Это такое тепло и сердце, и души, и радости, и всего на свете. К другим темам.
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Несмотря на актуальность этой темы, важно помнить, что покупатель прав не всегда. Например, многие относятся скептически к товарам с ГМО. Есть мнение, что употребление в пищу измененных растений и животных может навредить здоровью. В частности, привести к бесплодию, аллергиям, преждевременному старению и онкологическим заболеваниям. Зачем человеку понадобилось экспериментировать с генами и так ли страшны ГМО-продукты? Об этом мы попросили рассказать химика и генетика. Эфир продолжает проект «Спроси ученого». Мы можем получить продукты, которые наш организм не в состоянии будет переварить. Отравиться можно и дистиллированной водой, причем насмерть. Никто не ожидал, что люди будут такими дебилами, чтобы выращивать у себя на огородах. При том количестве населения, которое сейчас находится на Земле, мы просто будем голодать. Не бывает безвредных веществ, бывает безвредная концентрация. Отравиться можно и дистиллированной водой, причем насмерть. Все зависит от того, сколько ты ее выпьешь и прочее. Если мы говорим про продукты питания в принципе, то многие продукты и обыкновенные вызывают те же самые аллергические реакции, которые описаны в многочисленных статьях, посвященных вреду генномодифицированных организмов, используемых в пищу. Если мы используем, например, некое производство, например, каких-то грибов или бактерий, например, для получения сыров и так далее, то можем получить неожиданные вещи. Мы можем получить продукты, которые наш организм не в состоянии будет переваривать. Но это явление крайне редкое и, как правило, касается фармакологии. И фармакология это достаточно жестко отслеживает. Мы ввели определенный ген. Сейчас помидоры, вы заметили, что она красная, внутри такая белая масса. И ее ввели специальный ген для долгого хранения. Но никто не ожидал, что люди будут такими дебилами, чтобы выращивать у себя на огородах. То, что вообще в принципе рассчитано для очень далекого транспорта. Зачем же человек влезает в эти гены? А для того, чтобы увеличить количество продуктов, которые мы получаем с гектара почвы. Иначе при том количестве населения, которое сейчас находится на Земле, мы просто будем голодать. Ну, от голода умирает гораздо больше людей, нежели чем от аллергии. 40% человечества объедается и умирает от ожирения, 60% продолжает голодать. Одним из самых распространенных причин заболеваний, например, в Африке и Азии, является заболевание, связанное с недостатком белков и жиров. Ну, вы не забывайте о том, человечество уже несколько тысячелетий сам модифицирует такие продукты. Ну, мы селектировали пшеницу и так далее, такие же в природе не существуют. Если мы говорим про любой продукт, произведенный с помощью генной инженерии, то он проверяется годами. Сначала на животных, потом и используется человеком в пищу для того, чтобы определить, нет ли токсического действия, нет ли аллергических реакций на новые продукты. Все исследованные эксперименты не доказали, что генномодифицированный, например, гречиха оказывает влияние там, на продолжительность жизни, на плодовитость и так далее, и так далее. Этого не было доказано. Пока, во всяком случае, в ближайшие столетия, мне кажется, это будет абсолютно безопасная вещь. А сейчас немного полезных советов от диетолога. Что выбрать, чтобы утолить голод, поднять настроение и укрепить здоровье? Ну, перекус вообще как бы он необходим, да, потому что у нас три основных приема пищи и должен быть перекус. Хотелось бы отметить, что перекус он не должен быть ранее, чем через 3 часа после основного приема пищи. Здесь какие могут быть? Это овощи, опять же, овощные салаты, можно фрукты, только не сладкие, ягоды, ну и небольшую горсть орехов.
перекус должен быть не более 200 калорий. Если мы его делаем сытнее, то это уже там будет второй завтрак там, или третий обед. Ну, то есть это уже прием пищи будет полноценный. Наверное, акцент сделать на овощи, потому что это самое такое безобидное, это клетчатка и низкий калораж такой продукции. Ну что вот самое обычное, можно на стол поставить, да, потому что когда если хочется что-то пожевать постоянно, особенно если человек снижает вес, то есть он привыкает меньше питаться, меньше порций, конечно, ему хочется заживать, может быть, он находится в том числе в стрессе, да, когда себя начинает ограничивать. Поэтому здесь можно на стол поставить там морковку. Морковь обязательно нужно не есть саму по себе, то есть не есть ее просто в сыром виде. Ее необходимо употреблять с жирами, потому что витамин А, который находится, как раз за которым мы охотимся всегда для наших волос, ногтей, и не только, еще и, за другие, и для кожи это очень полезно. То есть этот витамин жирорастворимый, поэтому он усваивается только жирами. Поэтому здесь уже как бы может каждый выбирать, что им более вкусное, то есть либо с маслом с оливковым, либо со сметанкой, но не очень высокой жирности. Но если человек снижает вес, конечно, без сметаны, ну, может быть, немножко там сбрызнуть оливковым маслом. А какие-то там огурцы, да, то есть сельдерей. То есть, ну, вот такие овощи, которые можно жевать в любое время дня. И, наверное, не сладкие фрукты. Конечно же, мы исключаем виноград, бананы, вот эти вот, то, что очень высококалорийные фрукты. Ну, салаты какие-то, да, то есть овощи, авокадо можно включить в салат. Меняют формат, прорабатывают концепции и делятся уникальными практиками. В подготовку крупнейшего молодежного события форума «Иволга» включились все регионы ПФО. Представители всех субъектов округа собрались в столице 63-го региона. На семинаре совещаний обсуждают, что необходимо для проведения, чем будет наполнен каждый день участника и многое другое. Какая главная особенность форума в этом году, узнала Татьяна Пудова. У них впереди насыщенные дни. Представители органов исполнительной власти, ответственные за реализацию государственной молодежной политики в субъектах ПФО, и представители дирекции молодежного форума на семинаре совещания рассказывают, какую видят Иволгу в 2023-м. Иволга в этом году не только привлечет молодежь со всего ПФО, но и станет площадкой, где участники регионов продемонстрируют свои лучшие практики. Каждый субъект ПФО станет организатором отдельного образовательного направления. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова форум нарастил мощности инфраструктуры, была поменена концепция питания, и в период Иволги у нас уже функционировало две столовые, было предусмотрено для резидентов трехразовое питание, а участники направления детской Иволги дополнительно получали еще полдень. В 2022 году количество душевых кабин было увеличено более чем в 2 раза, существенно повысило уровень комфорта, расселение участников. За Самарской областью закрепляется направление детской Иволга. Мы начали с 2018 года в рамках форумной кампании организовывать смены в детской академии наук, предполагающие дневное пребывание талантливых, одаренных школьников. С 2022 года мы начали полноценную детскую Иволгу, участниками которой являются уже все ребята со всех регионов Приволжского федерального округа, с отдельных регионов Российской Федерации. В прошлом году начала свою историю формирование нового детско-юношеского движения, российское движение детей и молодежи. И, конечно же, активистов, родителей и педагогов мы будем ждать в этом году на детской Иволге. В Самарской области Иволга проводится с 2013 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатор форума – правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Такая площадка, она позволяет не только представить свой опыт, но и увидеть все те положительные практики, которые есть и у Самарской области, и у других регионов Приволжского федерального округа. Когда молодой человек, активный молодой человек, приезжает из Чувашии, из Башкирии, из Мариэл, из Татарстана на такую большую федеральную площадку, это, конечно же, возможность заявить о себе, заявить о той инициативе или о том проекте, который они реализуют, но и получить государственную поддержку.
В этом году Иволга перезагрузилась и почти полностью обновилась. Ключевая тема, которая пройдет через все образовательные модули – организация событий. Еще одним нововведением станет окружная команда. Молодежный форум традиционно пройдет на Мастряковских озерах с 21 по 29 июля. После опыт Самарского региона будут транслировать во всех субъектах ПФО. Мы планируем на Иволге подготовить концепции мероприятий, которые по результатам Иволги пройдут в других регионах. И это будет главной особенностью форума. Вот это последействие должно стать основой для того, чтобы в регионах сформировались некие команды, которые после Иволги фактически понесут наследие Иволги в своих регионах. Молодежный форум «Иволга» пройдет на обновленной фестивальной поляне. Концепция преображения связана с проведением юбилейного 50-го Грушинского фестиваля. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров. Проект будет учитывать особенности и других мероприятий, которые проводятся на этой территории, в их числе музыкальный фестиваль «Метафест», фестиваль «Протока». Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, «Новости губернии». В завершении выпуска о спорте. Крылья Советов провели домашний матч с московским ЦСКА. Полуфинальная игра Кубка России прошла на Солидарной Самара-арене и завершилась четверть часа назад. Интерес к поединку был высочайшим, ведь буквально три дня назад команды уже встречались, правда, в рамках чемпионата страны. Армейцы тогда обыграли подопечных Игоря Осенькина с крупным счетом 4-0. И, конечно, самарцы хотели сегодня реабилитироваться перед болельщиками. Впрочем, столичный клуб тоже был заряжен на победу. В этом матче тоже было забито 4 мяча. Только в разные ворота. Встреча завершилась в ничью 2-2. Ответный матч в рамках Кубка страны Крылья Советов и ЦСКА проведут 5 апреля в Москве. Филиал Самарской токаревской птицефабрики, расположенный в поселке Садгород, требуется птицеводы по плавающему графику работы с зарплатой от 35 тысяч рублей. Ветеринарные врачи с зарплатой 50 тысяч рублей с графиком 5-2. Дезинфекторы цеха убоя и переработки с зарплатой от 40 тысяч рублей со сменным графиком работы. Работники цеха убоя и переработки птицы с графиком 6-1 с зарплатой от 50 тысяч рублей и графиком 2-2-2 с зарплатой от 40 тысяч рублей. Бесплатное проживание и доставка транспортом. Комплексный обед 40 рублей. Обращаться по телефону 8 927 029 65 17. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Второе дыхание». В Самарской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Днем 3-8 градусов тепла, ночью минус 2-7. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, на дорогах гололедица. На севере и западе в дневное время плюс 1-5, на востоке и юге плюс 3-7. Погода в Самаре ожидается малооблачная, с кучевыми облаками и зябкая. Днем плюс 1-7 градусов, ночью 0-2. Атмосферное давление в пределах нормы 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52-76%.